8 это такая большая загадка. X-Factor сезон 4. Когда они приходят и говорят, вот здесь вы стоите вдвоем поете. И Леша делает вот так вот. Реально вот так, геометрию. Значит, там Ваня, он меряет и типа чуть отходит, чтобы его не цеплять. А Ваню регулярно, ну вот как бы, всем раздают команды, особенно Лешке. Лешка, смотри, не забудь, ты должен, ты это самое. Ваня, уйди. Да, Леша, ты должен. Ваня, уйди от Леши. Вступай, вступай. Нет, сейчас ты еще поешь. Леша, а блин, слова? Ты можешь мне тупить, пожалуйста, я прошу. Ты слова помнишь? Какие слова? Стой, подожди, сейчас к нему мы звоним. Алло. Они работают как сумасшедшие. Поэтому, если посмотреть, кто... Наверное, кто больше всех прокопал канаву трудолюбия, то это, безусловно, Two Voices. Two Voices хорошие ребята, но мне скучно, мне скучно. Чертовщинки, нет огня, нет. Я вважаю, що їм необхідно поговорити з тим, хто їм розкаже про їхні сценічні недоліки от на нашому шляху до суперфіналу. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Очень приятно, Алексей. Ваня, очень приятно. Вы в зажиме поете песню, и потом выходите в песню «За жизнь» и вдруг рвете на себе рубашки. Где логика происходящая? А следующее выступление, я так понимаю, уже песни «За жизнь» не будет, да? Да, и на этом уже эфире не было. И что делать? Им нужно расслабиться и действительно работать каждый эфир, как последний. Да, ну подвигайтесь. Максимально активно подвигайтесь. Еще активнее, эффективнее еще. Давайте, да. Вот так, да. Уже некуда расти, да и времени нету расти. Теперь ваша задача – петь песню в дуэте. Вот вы в прямом эфире. Сорвете эфир – полетите. Давайте. Еще есть последние секунды дышать, и они будут бороться за эту последнюю секунду. И она, как, знаете, третье дыхание какое-то открыла. Что-то вот вроде бы изменилось внутри, как-то что-то такое, что-то произошло, но что не объяснить словами. Если ты не в силах, не выходи на боксерский ринг. Если ты вышел, лупись в кровь. Это судьба твоя, это жизнь. Больше никогда не будет этого числа, этого дня, этого года. Ты понимаешь, что вот реально сейчас тут возьмешь песню и будешь ее именно валить до конца на максимум.